будет происходить, это просто жесть. Слышишь? Ребят, это что, собственно, ребят? Черт, что толкается со мной, ребят, это просто жесть. Попытоголовый покинь этот мир! Попытоголовый покинь этот мир! Всем привет, ребята, с вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, сегодня мы будем заказывать на сайте Darknet попыт зелье, ребята, и я надеюсь, что у нас получится после того, как мы выпьем это проклятое зелье, превратиться в попыт человека, ребята. Я не знаю, как это будет происходить, но думаю, что это будет интересно, друзья, поэтому давайте перед началом соберем 5000 лайков на этом видео, друзья. Эти деньги сейчас поменяются на зелье, а перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два, три! Если ты тоже хочешь попасть в мое видео, прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментов ты напишешь, тем выше вероятность, что именно ты попадешь в мое видео. А мы погнали! Друзья, это просто невероятно. Вы представляете, что действительно на сайте Darknet появилось это проклятое зелье. Попыт зелье. Мне даже интересно, как оно на самом деле будет выглядеть. И что это вообще за попыт человек. Реально ли он добрый или злой на самом деле. Друзья, никто не знает, потому что мы самые первые, друзья, будем пить это зелье. Никто еще из ютуберов не заказывал это зелье на сайте Darknet. Ребята, мы с вами, как всегда, первые. Я положу вот в этот сундук деньги за это проклятое зелье. Я не знаю, что будет со мной после того, как я его выпью, но я надеюсь, что все будет нормально, потому что у Димы есть специальный шприц, укол, который он мне сделает, если вдруг что-то пойдет не так. Диме я заправлю укол специальным зельем, которое обязательно обезвредит действие того зелья, которое мы сейчас закажем на сайте Darknet. Короче, это типа, ребята, противоядие, которое будет у Димы набрать брата в укол, в шприц. Короче, Дима, если что-то будет не так, то сразу вкали мне этот укол, чтобы я превратился обратно в нормального человека, потому что никто не знает, добрый ли человек попыт или злой. Поэтому сейчас мы оставляем... А, черт! Поэтому сейчас мы, ребята, оставляем этот конверт с деньгами, эту коробку с деньгами именно здесь и ждем, ребята, когда нам принесут проклятое зелье попыт. Итак, друзья, настало время забрать нашу посылку, и мне уже не терпится посмотреть, как выглядит это проклятое зелье попыт. Ребята, я прямо вообще волнуюсь. Реально оно там, слышите? Это реально зелье, деньги забрали. Мне пришла смс о том, что ваша посылка доставлена. Ребята, давайте посмотрим, как же выглядит это зелье. Воу, ребята, посмотрите. Это просто жесть. Это реальное попыт зелье. Посмотрите, там все цвета радуги и попытки. Итак, ребята, именно это зелье будет сегодня пить мой парень Дима. Ребята, посмотрите, какое оно волшебное. Для начала я проверю, какой у него запах и есть ли он вообще. Ребята, это просто жесть. Он пахнет реальными конфетами. Мне кажется, что попыт будет добрым. Попыт человека после выпитого зелья будет добрым. А вы как думаете? Прямо сейчас пишите ниже в комментариях. Добрый будет попыт человек или злой. А я передаю это зелье своему парню Диме для того, чтобы он его выпил. И беру камеру заснять, как же будет происходить превращение этого попыта голова, что с ним будет происходить, это просто жесть. Черт. Ну как ты, Дим? Ты все выпил? Ребят, он выпил все до капли. Остались только попытки. Жесть. Офигеть, посмотрите, он выпил все до капли. Ну, есть какие-то ощущения? Как ты? Ребята, Дима выпил все до капли. Что такое, Дим? Нормально, обычное ощущение. Жесть. Как будто конфетки съел. Блин, неужели оно не работает? Неужели превращение не начнется? Ребята, я уже начинаю волноваться. Неужели Дима не превратится в попыт голову в это зелье? Подделка! Я просто такие огромные деньги отдала за это зелье. И если вдруг ничего не получится, ребята, это будет просто фиаско. Это будет просто Дима? Черт, ребята, Дима исчез. Он реально был прямо здесь только что. Дима, блин! Ребята, Дима исчез. Это просто жесть. Что случилось? Он ничего не сказал, просто ушел. Возможно, ему стало плохо, ребята.
Жесть, короче говоря, ладно, нужно отправиться в наш дом посмотреть. Может быть, Дима там, ребята, что произошло? Слушайте, ребята, а вдруг это и есть трансформация в попыт головы человека, ребята? Это просто жесть, я даже не знаю, как он может выглядеть. Может быть, он будет весь в этих пупырках. Возможно, только лицо и, возможно, только голова. Как вы думаете, ребята? Я потому что не знаю, как это будет, блин. Дима, Дима, черт, ребята, я стала уже переживать. Жесть, ребята! Вы только посмотрите! Это просто жесть! Черт, ребята! Мне страшно, потому что я не знаю, он добрый или нет. Жесть, посмотрите! У него лицо из попырок, ребята! Нам нужно спрятаться, потому что я не знаю, реально он добрый или нет. Сейчас я спрячусь, короче, ребята, чтобы заснять его лицо поближе. Я лично увидела, что его лицо все в попытках. Это просто жесть, ребята! Где он? Черт, ребята, я переживаю очень сильно. Где он? Черт, он идет. Ребята, смотрите. Смотрите, что с его лицом. Его лицо все в попытками покрылось. Посмотрите это. Рим, лицо попытоголового. Рим, я тебя не вижу. Черт, что происходит? Он меня зовет, ребята. Может быть, это подстава, я боюсь. Черт, жесть, посмотрите на его лицо. Оно все в попытках. Но кажется, что он добрый. Это человек из попыт лицом. Нормальный человек, добрый. Слушайте, может быть, попробуем к нему выйти. Жесть, ребята. Ладно, давайте попробуем выйти к нему и поговорить с ним. Дим? А? Дима? Кто здесь? Ты слышишь? Ребята, по-моему, он меня вообще не видит, но слышит, ребята. Дима, это ты? А? Ирина, где ты? Черт, я не понимаю, почему его лицо стало все в попытках, но он не изменился, он как был Димой, так и остался. Возможно, зелень не подействовал до конца. Что происходит? Дим? Дима? А? Ирина, где ты? Черт, я не знаю, это как будто говорит голос изнутри, но маска попыт завладела этим человеком. Он вообще никак не реагирует. Слушайте, а если я его попробую дотронуться? Жесть, я разозлила его, ребята, не нужно было трогать его попыт лицо. Ему это не нравится, ребята, жесть, что происходит, он теперь нападет на меня. Ему не понравилось, потому что я дотронулась до его лица, теперь он гонится за мной. Черт, ребята, это просто жесть, не нужно было трогать его попытки. Реально, ребята, теперь мне нужно бежать за этим шприцем, чтобы снять это проклятие. Чтобы зелье перестало действовать, мне нужно быстро взять этот шприц. Господи, где он? Черт, черт, он гонится за мной, ребята, это просто жесть. Жесть! Смотрите, он бежит за мной! Жесть! Жесть, ребята, просто жесть! О, черт! Где же этот шприц? Где же этот шприц? О, черт, вот он! Жесть, ребята! Вот наш шприц! Сейчас мне нужно набрать зелье! Жесть, просто жесть! Черт! Это специальное противоядие! Жесть, он бежит сюда! Жесть, ребята! Стой! Стой! Жесть, ребята! Так, что-то происходит. Так, попытоголовый, покинь этот мир! Попытоголовый, покинь этот мир! Попытоголовый, покинь этот мир! Черт! Жесть! Так, все, походу, он перестал. Я его, походу, обезвредил немного. Теперь он в моей власти. Смотрите, ребята, теперь мы можем поближе разглядеть все его попырки. Ладно, хорошо. Идем со мной. Идем со мной. Так, ребята, слушайте. Самое интересное, что нам нужно сейчас снять маску с Димы, чтобы заклятие перестало действовать. Но я боюсь, что там что-то не так. Иди вперед. Шагай. Шагай, я тебе говорю, быстрей. Надеюсь, что все его с лицом, что с его лицом все в порядке, что там ничего не произошло. Жесть, Дима! Дима, что с тобой? Жесть! Надо его посадить. Жесть! Вставай! 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 Дима! 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 Дима, черт, настало время снять маску и посмотреть, все ли нормально стало с его лицом. Дима, Дима, на счет
Раз, два, три, ребят, вы готовы? Раз, два, три. Жесть, ребята! Черт! Вы видели, что с его лицом? Господи, ребята, нужно срочно вызывать врача. С вами была я, королева мистики. Всем желаю счастья и добра. Пока!